Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на портал «Неврозы Мегаполиса». На этом канале мы говорим о телесных, поведенческих и эмоциональных проявлениях неврозов, то, что в Советском Союзе было принято называть вегетососудистой дистонией. Сейчас мы уже начинаем понимать в России о том, что вегетососудистая дистония на 90% является на самом деле телесным проявлением невротических расстройств, проще говоря, эмоционального невротического состояния, которое по разным причинам проявляется тремя способами. Первый – это телесные симптомы, так называемые вегетативные. Второе – это эмоциональное состояние, это фобии, беспокойство, тревога, всевозможные эмоциональные состояния. И третье – это ритуалы и поведение. Это избегание, это повторение, проверки, повышенный контроль и так далее. Об этом можно говорить много. Если вам интересна тема панических атак, вегетососудистой дистонии, избегание ритуалов, навязчивых страхов за здоровье, дискомфорт в вашем теле, но при обследовании которым не находится органической патологии, посмотрите обязательно ролики на этом портале. Я уверен, что если вы посвятите 2-3 дня просмотру всех видеоматериалов, вы получите ответы на все вопросы, которые вам нужно, чтобы понять, что такое ВСД, паническая атака и что за проблемы с вами переключились. Если вам нужно больше знаний, вы можете обратиться к психотерапевту по месту жительства, дистанционно или очно. Также вы можете приобрести дистанционный курс и блок лекций, который можете найти на сайте безневроза.тв. Но я сегодня хочу снять вам ролик не для рекламы DVD-курса, потому что, собственно говоря, те, кто знает, тот прекрасно знает, что это и для чего, и кому нужно. Я хочу пригласить всех своих выпускников, групп, студентов, которые занимаются в институте, слушателей разных институтов, психологических факультетов. Я хочу пригласить своих клиентов, которые занимаются или уже закончили заниматься, но которые пишут, что им интересно психотерапия, они увлеклись. Кстати, часто клиенты увлекаются психотерапией после собственной терапии, нередко становятся сами психотерапевтами, идут учиться в институты. Достаточно типичная картина. Но, тем не менее, я приглашаю всех своих выпускников групп, студентов, слушателей на очень важный курс, который проведет Александр Аврамович Плоткин. Это профессор Института психоанализа Московского, заведующий кафедрой когнитивно-аналитической психотерапии, с которым вы уже видели вебинар чуть раньше. Можете посмотреть вебинар «Поиск, анализ внутреннего конфликта», либо его купить отдельно в трехчасовом формате, либо посмотреть фрагмент, чтобы увидеть, как Александр Аврамович работает и как он преподносит материал достаточно доступно. Он классический психоаналитик когнитивно-аналитического направления, больше в сторону современного аналитического подхода по методу центральной темы конфликтных отношений. Я хочу пригласить вас на его курс, который будет идти дистанционно, и будет он идти в интернете. То есть каждый человек сможет присоединиться из любой точки мира. Это будут форматы вебинаров в веб-зале. Тот, кто был на вебинарах, знает, это обычная онлайн-трансляция с чатом. Вас не будет видно, не будет слышно. Это 4 лекции в месяц по 2 часа каждые, 8 часов. Посвящено это как раз центральной теме конфликтных отношений и терапии неврозов в краткосрочной стратегической терапии по методу центральной темы конфликтных отношений. Подробно вы можете прочитать на сайте об этом курсе. Я расскажу сейчас очень кратко. Я сам буду на этом блоке, потому что, несмотря на то, что я учился в институте на переподготовке, в которой входил этот блок, я еще раз буду это слушать, потому что Александра Аврамовича всегда приятно слушать, и всегда ты для себя что-то в практике узнаешь новое. Я очень надеюсь увидеть практикующих специалистов, я очень надеюсь увидеть студентов, выпускников, потому что, ребята, вы сэкономите огромную кучу денег, это стоит всего 3000 рублей в месяц, поверьте, это очень маленькие деньги для того материала, который вам будет предоставлен на протяжении 4 месяцев.
За это в Москве люди платят гораздо больше. Вы же можете, сидя дома в комфорте, оплатив 3000 в месяц, обладать практическими навыками. Давайте я прочитаю краткое описание того, что Александр Аврамович для вас подготовил. Еще раз, да, по техническому вопросу. Это вебинары по воскресеньям с часу до 5, простите, с часу до 3 по воскресеньям. Начинается 25 мая. Значит, зарегистрироваться можно через оплату. Оплатить можно как через сайт, так и платежом на расчетный счет. Все это на сайте Без Невроза ТВ указано на главной странице или в новостях, или в любом разделе меню вы можете найти курс Плоткина. Соответственно, давайте по курсу. Первый блок. Всего 4 блока. Каждый блок – это 4 вебинара. Значит, 4 вебинара в месяц, 4 месяца, 4 блока с 25 мая. В первом блоке есть 4 основные темы. Это перенос, как прошлое влияет на настоящее, процесс психотерапии, три времени психотерапии одновременно, перенос на терапевта, решающие обстоятельства, контрперенос у терапевта, как реагировать на собственные эмоции. Это основные тезисы психоанализа, как видите, в практике, то есть курс будет нацелен на практиков, на тех, кому интересна работа, кому интересно, как работают психоаналитики с неврозами. Поверьте, это очень важный момент, даже если вы работаете не психоаналитиком, вам нужно понимать основу фундаментального психоанализа. Но я не могу сказать, что он слишком ортодоксальный, он достаточно, ребят, современный, поверьте, я сам был и буду на этом блоке, на этом курсе. Второй блок – это центральная тема внутреннего конфликта, как она определяется. Центральная тема внутреннего конфликта – три времени, как она работает в прошлом, настоящем и в контрпереносе. Драматургия сеанса как красная нить, то есть основная задача психотерапии. И много примеров здесь, как эта красная нить и как эта центральная тема конфликтных отношений проявляется. Третий блок – это что помогает в психоаналитической терапии, как помогает осознание, что такое инсайт, освобождение внутренних эмоций, как это происходит и что для этого нужно. Что помогает в психоаналитической терапии, перестройка объектных отношений, это очень важно. Поддерживающая работа психоаналитика и психотерапевта, что помогает для развития наблюдающего эго. Это очень тоже важный момент, очень важный. И четвертый блок – это работа в семейном формате. Очень важный момент, потому что часто в терапии неврозов, когда понимаем суть внутреннего конфликта, привлекается семья, муж, мать, отец, для того, чтобы помочь людям разрешить ту проблему, которая на самом деле приводит их к симптомам. Паттерны семейных отношений, переносы в семье. Примеры. Вот так вот коротенько я вам отчитал. Подробно можете прочитать на сайте. Очень важные темы. Те, кто знаком с психотерапией, не может этого недооценить. 3000 рублей в месяц. Плата является регистрацией. 20 человек в группе. Больше, я думаю, не будет. Но это еще не все. Это классический психоаналитический метод, который является фундаментом. Но мой подход называется когнитивно-поведенческий, когнитивно-аналитический. И чтобы усилить ваши знания, для тех ребят, у которого нет сборников, вебинаров и моего DVD-курса с методичками, вот этого, да, я сделаю дополнительную скидку, и вы за 4000 сможете заказать любую точку мира, соответственно, сборники вебинаров и DVD. И это будет за 4000 рублей всего с доставкой в руки. Вот, соответственно, у вас есть замечательная возможность за вменяемые деньги получить блок профессора института 4 месяца и получить целый дистанционный курс 8 вебинаров и когнитивно-поведенческая работа с симптомом. Об этом курсе и о курсе Плоткина читайте на сайте Без Невроза ТВ. Я буду ждать вас 25 мая на занятиях у Александра Аврамовича. Оплата, опять же, через сайт. Все на сайте Без Невроза ТВ. Координатор мероприятий тоже я. Вот, соответственно, все вопросы можно писать мне ВКонтакте, звонить по телефону или писать на почту невроза.нет@gmail.com. Я рекомендую вам этот курс. Я редко кого рекомендую и редко что рекомендую публично, но поверьте, эти 4 месяца совместно с этим курсом
дадут практикам или студентам гораздо больше, чем порой в институтах. Увидимся на курсе, задавайте вопросы, в форме задать вопрос и заходите на сайт и смотрите все материалы. До встречи!